История ЖСК «Полет» началась еще в 90-е. В поселке Соколовой Министерство обороны предоставило землю под строительство домов для военных. К 2010-му все, кто хотел, получили свою землю и дом, а ЖСК «Полет» законно ликвидировали путем банкротства. Но здесь появились у нас откуда-то потерпевшие, которые якобы когда-то заплатили деньги, а им ничего не построили. При этом они вступили, значит, по документам, где-то в 2003-2004 году, когда был председателем КОЗУК. Так вот, все эти документы, все эти бумажки, они были подписаны лично КОЗУКом. Ни бухгалтером, ни кассиром, никем больше не были подписаны. После 2004-го новый председатель Григорий Гладун отказался незаконно предоставить землю претендентам. Следователь Любовь Калентарова обвинила нового председателя в хищении средств, и суд с ней согласился. Сам Владимир Козук, во времена которого и прошли махинации с новыми дольщиками, заявил, что не передавал деньги Григорию Гладуну, но суд на это не обратил внимания. Теперь Григорий Гладун сидит в тюрьме. Следователь Любовь Калентарова тоже, правда, по-другому делу. При этом прокуратура Саратовской области, по мнению членов ЖСК, так и не приняла во внимание нарушение уголовно-процессуального закона в отношении Григория Гладуна. Роман Козлов, Александр Чумаков, Открытый канал.